Народний артист України Олексій Горбунов з хмельницьким глядачем зустрівся вперше. Сьогодні відомий кіноактор у своїй творчості надає перевагу гітарі – живому спілкуванню з людьми. На його думку, цього вимагає час. Два роки ми знаходимося в дикому стресі. Вот, лично говорю свои ощущения, до сих пор не могу в себя прийти. У меня два года, это какой-то такой тотальный стресс. Вот. И я думаю, что, естественно, у всех, наверное, людей нашей страны большой. Вот. И наше дело, да, мы очень много военных песен поем. Я кругом и навечно виноват перед теми, с кем сегодня встречаться, я пошел бы за честь. И хотя мы живы, до земли долетели, чтоб нас мучила память и совесть. У кого она есть? Людям сейчас очень нужны светлые какие-то эмоции, простые светлые эмоции. Поэтому слово «успокоить», вы правы, наверное, больше подходит сюда, чтобы людей чуть-чуть отвлечь от этой вечной тревоги, которая на наших сердцах, в наших душах, говорю, уже два года. Мы так близки, что зло не нужен, чтоб повторять друг другу ворот. И вот что наша нежность и наша дружба сильнее страсти и больше, чем любовь. Проте роботу в кіно Олексій Горбунов не полишає. Хоча протягом останнього року нових запрошень у нього не було. І головним виражальним засобом актора слугувала пісня. Зараз Олексій Сергійович знімається у фільмах українського виробництва. В этом году уже закончили 16 серий сериал, называется он «Одиночка». Сейчас озвучание начнется через неделю. Когда выйдет, не знаю, потому что это либо канал, скорее всего, 2 плюс 2 или 1 плюс 1. Не знаю, кто там уже канал будет выпускать, но картину мы закончили. Режиссер Виктор Конисевич, вот, очень хорошие актеры, все в Киеве снимали, получил огромное удовольствие. Играю, в общем, честного мента. И заканчиваем съемки. Вторая картина называется «Правила боя». Это картина о боксе. То есть частные деньги, Алексей Шапарев, режиссер, Алексей Шапарев, который снимал «Гвардию». Разом з Олексієм Горбуновим в його творчому вечорі брала участь група «Сумний пілот», з якою актор співпрацює уже близько 10 років. Дякую.